Все, друзьяшки, поймал вот третью стерлежоночку, получается. Вот она средняя, вот она, которая вон там в длину ушла. Ну, как бы поменьше, чем вторая, ну, нормально, да, Руслан? Классная сыроежка будет. Никто не шевелит. Никто не шевелит, вот крючком себя разъебенил, сейчас не знаю, как червей одевать. Еще один минус, короче, катушка сломалась. Червей не знаю, как одевать. Мочить тоже руку нельзя, блядь, Иртыш, грязная вода. Сопли текут, блядь, как в бензоколонке. Ну и вот так вот, такая вот стихия у нас сегодня. Продолжается рыбалка у нас. Руслан сидит, ждет поклевку тоже. Но что-то пока что ничего нету. Да, ну можно сказать, и у меня нифига нету. Она это не клюет. В других местах вот стерлядку вообще классно ловит, друзья. У нас для нас даже вот это вот классно, да, Русь? Конечно. Вот такие вот результаты даже это считается в наших местах, это классно. А как в других местах, да, там штук 40-30 там поймают, а сегодня что-то нифига не клевало, друзья. Вот так вот и рыбаки отговариваются. Ладно, все. Дрожь есть какая-то. Плащи одели, короче. Ну, плащи. Три куртки, блядь. Да. Вот, смотрите, я еще даже в жилете сижу, друзья. У меня вот здесь безрукавка, короче. Толстовка, футболка. И я мерзну, блядь. Представляете, я мерзну. У тебя аналогичная фигня. Ну, да. Жилет, кофта, куртка. Прикинь, еще и плащ, блядь. Ветроотгоняемый. Ну все, давайте, друзья. Ну, у меня уже где-то есть это. Килограмм полтора где-то. Полтора есть.